Реанимационная помощь в Бресте станет эффективнее. В рамках социального проекта «Вектор доброты» представители крупнейшего финансового учреждения страны, открытого акционерного общества АСБ «Беларусьбанк», в дни празднования тысячелетия преподнесли городу важный и ценный подарок – новый реанимационный автомобиль, предназначенный для транспортировки и мониторинга состояния пациентов. Председатель правления открытого акционерного общества Виктор Ананич отметил, прежде всего, сюрпризы должны быть полезными, а потому в выборе подарка долго не думали. Такие реанимобили сегодня уже работают в Могилеве, в Бобруйске, в Гродно. И сегодня это четвертый. Почему реанимобиль? Потому что, вы знаете, для человека самое главное – это здоровье. И я думаю, что это оборудование, которым оснащен, оборудование самое современное, поможет врачам города Бреста спасти жизнь человека, если в этом будет необходимость. На пешеходной Советской возле кинотеатра «Беларусь» состоялась торжественная передача «Ключей от машины» мэру города Александру Рогачуку, который подчеркнул, что, несмотря на всю ценность реанимобиля, пускай он как можно реже выезжает на тревожные вызовы. Это поистине царский подарок от «Беларусьбанка», Виктор Николаевич, от вашего коллектива. Реально очень дорогой. Это реанимобиль. Это не просто скорая помощь. Это новейший, в 3 раза дороже, чем обычная скорая помощь автомобиль. Новый автомобиль специального назначения марки Mercedes Sprinter обязательно поможет врачам Бреста спасти жизнь тех, кто в этом будет нуждаться.